не самая удачная игра получилась с «Металлургом», как вы ее прокомментируете? На самом деле, да, она неудачная. Как ее прокомментировать? Ноль забитых голов. И тактически нас сегодня переиграли. Ну и плюс, конечно, где-то в каких-то моментах мы не доработали в плане борьбы и отбора шайбы. Во втором периоде так задорно начали, перехватили инициативу. Но вот эти два удаления, можно сказать, что они сломали игру, и это стало ключевым моментом в игре. Ну, удаления могут быть в любой игре. Для этого нужно выставить меньшинство, чтобы они не были переломными. Ну а так, в принципе, да, мы лучше начали второй период, чем первый, но, к сожалению, положительного результата мы не добились. А что нужно изменить в игре, чтобы в следующей игре с Борисом результат на табло был уже в нашу пользу? Нужно будет посмотреть видео, разобрать ошибки, посмотреть, где мы не доработали, где-то что-то, значит, мы не так делаем, и от этого отталкиваться. А так получилось, что вот в ходе этой домашней серии как-то разбились вот матчи. Не подряд идут, не через день, а вот так немного разбились. Это комфортно для вас или наоборот? Ну, они не так сильно разбиты. Они разбиты там через два дня, они сейчас были, не через один. Поэтому это ничего страшного в этом нет. Да. Это не такой большой перерыв.